Сегодня у нас крутой проект из города Екатеринбург. Он сказал, что ему нужна музыка и проклейка. И уникальность данного проекта в том, что ребята наши сказали, что сделают полную шумовую виброизоляцию и установку музыки за 1.5 дня. Тридцать один час времени понадобилось ребятам. Все, и Владимир сделал так, чтобы играла передняя акустика, еще сабвуфер, и все это поделилось по частотам. Играет плотно, призвуков нету, вот этих дребезжаний этот. Мне понравилось, играет классно. Друзья, всем пятерку уральскую. Смотрите, сегодня у нас крутой проект из города Екатеринбург. Александр с Асбеста, Свердловской области, приехал к нам автокасту. То есть изначально как было, он пришел в магазин в городе Екатеринбург. Мы с ним познакомились. Он сказал, что ему нужна музыка и проклейка. У нас есть комплекты шумоизоляции. Я ему предложил 3 варианта. Он, соответственно, выбрал один из них. Все, на этом разговор по шумовиброизоляции был закончен. Я ему объяснил, какие будут материалы. Он согласился. Дальше по музыке. Я его задерживать не стал. Объяснил, что предпочтения он мне свои озвучил. Сказал, что в течение дня посчитаю и скину ему полностью расчет на бумаге. После Александр уехал с супругой домой, в Асбест. Я произвел расчет, вечером ему скинул расчет. И он еще поинтересовался некоторыми моментами, спросил у меня кое-что, где усилитель будет стоять, сабвуфер какой. Ну, кстати, он разбирался в технике или в компонентах, про которые ему рассказывал очень хорошо. Я у него спросил, откуда это он все знает. Он говорит, смотрю YouTube, канал наш. Ну, реально, так человек и сказал, это вообще я офигел. Короче, он все знал, что мы будем делать. Соответственно, поехали сюда. Магнитола TS с камерой заднего вида, усилитель под сиденье 4-канальник, от него будет играть передняя акустика, от него будет запитан сабвуфер. Сабвуфер Opus в закрытом ящике. На стелс Александр сказал, что попозже это приедет. То есть вот такие работы. Теперь смотрите, уникальность данного проекта в том, что человек из города Екатеринбург, он к нам приехал, мы ему подыскали гостиницу подходящую, приемлемую по цене, по комфорту. Но он уже туда отбыл, будет там находиться, отдыхать. Он с ночи приехал. Говорит, сидел на кране всю ночь, ехал на машине, так что везти меня не надо, я пойду пешком гулять. Все, вот так мы с ним расстались, завтра придет и будет принимать результат. А уникальность это в том, что ребята наши, самый крутой установочный центр в Челябинске, сказали, что сделают полную шумовую виброизоляцию и установку музыки за 1.5 дня. То есть мы его ждали раньше, часам к 10 думали, но он приехал вот только к часу, помыли автомобиль, загнали, и вот сразу пошел процесс. Мы даже еще, ну прям это вот полчаса не прошло, ребята уже разобрали этот почти весь автомобиль и поехали работы. Мы хотели снять, как он заезжает, это будет красиво, но работы производятся быстро. Так что и вы увидите, как это все делалось в течение 1.5 дня, а завтра обязательно снимем концовочку. We'll be right back.
Друзья, всем вечера доброго. Уральскую пятерочку. Поехали. Смотрите, Александр уже этот забирает свой автомобиль, получает автомобиль в установочном центре Автокаста. То есть, друзья, смотрите, вчера автомобиль приняли в работу, начали работу в 3 часа дня. Сегодня вот сейчас 9:30, ну, пускай 10 часов будем считать. Настройка производится последняя, и автомобиль поедет в город Екатеринбург, Свердловская область, город Асбест. Все. Что хотел сказать, 31 час времени понадобилось ребятам, чтобы произвести следующие работы. Это полная шумовиброизоляция, вы увидите. Вплоть до того, что капот, крыша, багажник, пол, ну полностью автомобиль, кроме снятия торпеды. Плюсом был установлен 4-канальный усилитель под сиденье. От него акустика в штатных местах в дверях. Магнитола ТС была установлена и камера заднего вида. И плюсом сабвуфер в закрытом коробе, который сейчас играет. На данный момент там Александр нам ничего сказать не сможет, потому что он вот, ну, грубо говоря, сейчас выйдет и поедет. Но мы думаем, что в процессе, как он будет двигаться от Челябинска в Асбест, он уже прочувствует проделанные работы, поймет, что у него изменилось, как стало звучать. Но на данный момент вот еще не садились в машину, сейчас обязательно сядем и прослушаем, но уже стоя здесь, около автомобиля, уже слышно, как играет сабвуфер, это все низкие частоты, как играет передняя акустика, ну прям зазвучало все ярко. А теперь правильность и все это мы с вами обязательно послушаем. Есть что-нибудь красивенькое. Да не, ништяк. Вот смотрите, ребят, сейчас что хочу сказать. Владимир у нас занимается вообще настройкой. Он настраивает, ну там, и ТС, и эти, он все понимает. Все, и Владимир сделал так, чтобы играла передняя акустика, еще сабвуфер, и все это поделилось по частотам. Но давай твое впечатление. Штатка здесь оказалась довольно неплохая задняя, то есть как бы ТС ее раскачивает, она как раз дополняет именно звук для задних. Но. Пассажиров, да, вот. То, что касается переда, как бы это, естественно, гораздо громче, чем штатная, потому что вот у нас Алексей недавно приобрел себе тоже Lada Vesta SV Cross, то есть, как бы там штатка, мы слушали, пытались как-то ее настроить, в итоге, ну, не играет она, в общем, толком там так, как мы хотели этого, вот. А здесь именно такой уже довольно серьезный получился именно результат, то есть, как бы и SAP хорошо дополняет передние динамики, и... Ну, получилось очень хорошо, да, их сравнять. Сбалансировано. А теперь еще вопрос. Просто я сидел с правой стороны пассажирской, грубо говоря, Владимир на водительском. Я-то, конечно, слышу, вот пищалку я слышу, что она играет, там этот высокий частоты есть. Мидбас тоже я слышу, играет голос. Ну, все классно. Тут двушка стоит без трешки. А вот ты сидишь, ты где это все ощущаешь? Так же, да? Ну, тут потому что не поставить задержки, потому что у нас от одной пары играет и перед, и сап. Если мы будем выставлять как-то даже баланс, то у нас SAP будет уже SAP уже, ну, да, сдвинется. Но вообще, если так, то этот... Ну, если сейчас делать полную по каналку, то это, конечно, может добиться. Ну да, чтобы это добиться. Ну вообще ощущение, что сидишь, играет плотно, призвуков нету, вот этих дребезжаний, этот. Все, сразу скажу, у меня соната, двери вот недоделаны. Чуть-чуть больше нарубаешь, но у меня два таких сабвуфера. Все, вот тут дребезжание, ну, у меня. Здесь вообще все плотно, призвуков нету. Мне понравилось. Играет классно, все четко. Ехать в автомобиле зашумленном по трассе, вот сейчас Александр нагрузит, главное, чтобы не громко, чтобы не отвлекало, да. И вот сейчас он проедется 270 километров до родного города, и я думаю, он поймет этот результат, этот все и будет. Но он вообще супруге сделает подарок, данный автомобиль, то есть вот так вот улучшил. И она будет долгое время ездить и получать удовольствие. Владимир вот при настройке, он там все делает, тут делает, потом объясняет человеку, на какой громкости можно слушать, какое время. То есть все вот эти вот рекомендации он дает,
человек, если их следует этим рекомендациям, то люди не возвращаются, ну, что-то спалив, испортив или как-то. То есть по рекомендациям человек делает, ну, с головой, все правильно, тогда все работает, все классно. Автокаста каждому желает вообще всего хорошего. И обязательно пятерочку вам уральскую ждем в гости в установочный центр автокаста с любых регионов. А близлежащая это вообще дорога к нам для вас открыта. Все, всем пятерку.